Ну, настроение отличное. Команда первую половину немножко делали ошибки, потом собрались, повели в счете. Тренер дали мне возможность выйти на площадку. Думаю, неплохо все получилось. Настроение отличное. Сидоров правильно заметил, что в первой половине, несмотря на то, что мы вели в результате и контролировали игру все время, но слишком много допускали таких ошибок. Ну, в втором тоже, да, что-то это, да, по идее, были такие ошибки, где игроки не должны ошибаться, да, это или где-то не концентрация, или какая-то недоработка в тренировках, надо над этим нам работать, да, и использовать. И сегодня это играли большой ротацией, всем игрокам давали возможность играть, и все себя хотели проявить, и меняли формы защиты, ну, имею в виду, старались что-то натренировать, да, на будущее. И то же самое время, как бы видно было, что мы хорошо подготовлены, знали противника, да, и знали, как их обыграть. И у них еще сегодня не пошли броски, конечно, из-за этого и эта разница такая большая, как, может быть, и не должна была быть, да. Так что будем готовиться дальше и к следующим играм будем стараться так много не ошибаться, как сегодня. Спасибо, вопрос к тренеру. Да, а почему Мурни? Мур не играл, потому что у нас был цикл тренировок 3 дня подряд, сейчас мы тренировались, и как бы специально на эту игру специальный отдых не давали перед этой игрой. И он после этих тренировок был немножко как бы уставший, и дали ему отдохнуть. Да. Никакой серьезной травмы на данный момент у него нет. Да. Это он попросил, да? Ну, это общее такое был у нас доктор Мур и тренерский состав переговорили и дали ему сегодня отдых. Хотя он был готов играть. Ну, Химик наш традиционный соперник и самый сильный соперник в лиге. Мы не выполнили план на игру, слабо отыграли в защите, и у нас была слабая реализация с полем, но не попали много свободных бросков. Вот, и, наверное, не настроились на игру так, как надо было. Вот. Спасибо, есть вопросы? Да, вы сказали, что не выполнили план на игру. А какой был план? Основная задача? Основная задача была это сильно задать сильный темп, быстрее продвигаться в нападение защиты отыграть в защите, чтобы быстрее переводить мяч на половину соперника. Вот. Не получилось у нас быстро играть сегодня. Химия хорошая команда. Я могу сказать, что нам повезло, что мы с ним попали в кубок, потому что нам надо учиться, расти. У нас новая молодая команда. Это хороший опыт будет молодым игрокам сыграть с такой командой, с такими соперниками, с такими людьми напротив. Ну, результат закономерный, что я могу сказать. 53 очка. Или дома там 30, там мы тоже 40 летели. Ну, пока у нас такой уровень, так вот мы можем.